Корпорация Авега была первой, кто начал изучение загадочных свойств кристаллов. В 2019 году Авега построила портал в другое измерение, в мир, который позже назовут Тегра. Авега и военные снаряжают экспедиции в мир Тегра и привозят оттуда новые материалы и загадочных существ для своих опытов и тестов. Вскоре порталы открываются по всему миру. Из них вырываются толпы яростных монстров во главе с огромным существом, похожим на демона. Города падали один за одним, так как привычное оружие почти бесполезно против монстров. Самое ужасное было то, что демон не просто уничтожал города, он поработил павших людей, делая их подобными зомби. Силы демона казались безграничными, он призывал все новые и новые орды монстров. Мир Тегра начал соединяться с земным. Теперь немногим выжившим после апокалипсиса предстоит строить новое будущее Земли и выжить в смертельной схватке. Всем здорово, ребят! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня мы с вами поиграем в игру, которую я недавно, случайно совершенно вместе с вами нашел, когда записывал ролик по настройке эмулятора. Игра называется Тегра, по-моему, если я правильно все понимаю. Вначале мы с вами, или я посмотрел вступление, в общем-то, в эту игру. Я просто не сразу начал там запись. Возможно, не знаю, буду вставлять кусочек, не буду, но тем не менее. Короче, игра... Насколько я понял по скриншотам, выживалка по типу, наверное, Раста отчасти, но немножечко, наверное, с отличительным лором, назовем его так. И здесь нас сейчас сразу со старта встречает создание персонажа. Я думаю, мы с вами сейчас сильно долго запариваться над этим не будем. О, можно с ракезиком. Давай с ракезиком. У нас будет мужчинка такой с щетиной, без бороды, с усишками или с бородишкой. Блин, ну пусть будет вот такой вот с вытянутым. И... Имя у меня здесь Алекс, но я буду Лаз, естественно, Ютубе, вдруг онлайн, да, чтобы, ну, как бы все понимали, с кем они имеют дело. А, вот, Ютубе, как раз, R там почему-то, да, показать в Авега снаряжении, ну-ка, уф, ля, какой, блин, хорош. Так, ну что, почему-то, кстати, нету звука при создании, где я оказался, ничего не помню, нету звука почему-то в Ленинград, СПБ. Где звук, ребята? Что за хрень? Почему нету звука? Тут звук есть, а здесь в игре как будто бы звука нету пока что. Ну ладно. Короче, вообще это мобильная игра. И я играю, естественно, на ПК, как обычно, да? А если вы не знаете, как поиграть в мобильную игрушку в какую-то на компьютере через клавиатуру и мышку, то, естественно, вы это можете сделать по ссылке в описании. Там я недавно как раз-таки снял новый ролик. Обновил его, и вы теперь сможете все это дело узнать и разузнать. Так, ну а у нас почему-то... нету звука, ну ладно. Пока что мы можем взять топорик, да? Топорик мы с вами взяли. Так, мне надо только мышку убрать. А, чтобы мне убрать мышку, сейчас мы все сделаем. Господа хорошие, мы сделаем сейчас вот так. И здесь мы с вами сейчас осматриваться на обзор в шутерах. Движение мышки мы сейчас вот так вот ставим сюда на ПКМ. Отлично. Отлично. А свободный обзор. А здесь у нас вся эта история. Так, а на ПКМ, и нам нужна еще, знаете, есть вот такая функционалочка. Я не помню, вот это или нет. А обзором с клавиатуры. Нет, не то немножечко. Ладно, сейчас посмотрим, короче. На Ctrl или на... Блин, на тильду или на Ctrl должно... А, у меня здесь на правую пока кнопку мыши. Все, я понял. Так, смотри, здесь у нас есть снаряжение. Мы сразу, смотри, что можем сделать сейчас. Мы можем сюда раскинуть те кнопки, которые нам надо. Допустим, поднимать будем на F, да? То есть это достаточно стандартная такая история. Так, у нас должна быть еще стрельба на левую кнопку мыши. Но вот здесь осмотр у нас... Вот, на Ctrl. Все, шикарно. Поехали. Я пока оставлю вот эту рамку для того, чтобы мы могли настраивать с вами, если что. Ой, сенсаток очень быстро. Так, это мы забрали, подобрали. Блин, почему нету звука в этой игре? Я не очень понимаю. Древесинку мы с вами сразу подбираем, да? На левую... Так, что у нас здесь? Металлолом. Сразу тоже слету, да? И здесь у нас какая-то кат-сцена. Слушайте, я хочу перезапустить, потому что я не понимаю, почему нету звука. Давайте это сделаем. Так, ну после перезахода звука у нас пока еще не появилось. Почему-то.
Я, если честно, не очень понимаю, почему. Автоматическая атака. Наведите перекрестие на цель для атаки. Интересно, ну допустим. Ну да. А как. А, в смысле, а тут автоатака. А можно не автоатака? О, обыскать. О, дружок. Чиназос, блин. Так, что у нас тут? Мне дали. Так, блин, почему нету звука-то здесь? Так, можем здесь пропускать. Вы здоровы. Я Кейт, я персональный помощник. Группа Альфа занималась проектированием и строительством портала в мир магов, захвативших наш мир. Портал открывается с той стороны, ученые назвали этот мир Тегра. Гра! Ра-па-па-па-па, это как будто новый рэпер. Давай сначала разберусь с этими зомби, а потом уже придумаем, как спасти мир. Ну так вы, чувачок, чисто на вайбе, поняли? Пам-пам. Блин, ну почему здесь автоатака-то? Ну это типа для удобства, конечно, но это не очень удобно. Смотри, там еще пара зомби. Давай. Во, атака по кнопке. Вот оно нам и надо, понимаешь? Атака по кнопке. Вот сюда мы берем. А вот это что такое? Это правая кнопка прицеливания? Yes. Ну-ка. Подожди. А, можно так прицелиться, да? Я думал, от первого лица. Слушай, ну здесь над сенсой надо поработать, а так в целом... Неплохо. Блин, ну я не понимаю, почему у меня нету звука в этой игре. Вот это, конечно, очень странно. Это первый раз такое. По кнопке, конечно, мы же профессионалы с вами. Естественно, будем по кнопке нажимать. Автоатака для лохов. Ты всегда можешь изменить режим стрельбы в настройках. Блин, а звук я могу изменить в настройках, чтобы у меня была сейчас не просто музыка, которую я подставил, блин. А чтобы был звук какой-то. Так, смотри, необходимо осмотреться, поискать, что есть полезного. А настройки есть? Настройки. Игры желательно. Нет такого? Случайно совершенно. Может быть где-то, ну где-то как-то вот что-то звук. А вот, все. Ё-моё, кто делает со старта в играх вот так вот? Я don't понимаю, ребята. I don't это understand. Давай чуть-чуть вот так сделаем. Автоатака. Ну тут, кстати, настроечки-то не шибко большие. Я вам так скажу. О, графику. О, сейчас мы все выставим. Фиш, графен теперь, смотри какой. Сразу просто полетели, блин. Ой, я еще. Давай сюда, чиназос. Так, металлоломчик, шкурки какие-то. Возможно, чья-то бывшая. Ладно, нормально. Так, а как это он у меня? На shift, кстати, автоматом ускоряется. Тру-тру-тру, нифига себе у него ускоряется. Вы видели? Это что за флеш вообще? Ни хрена тут, кстати, сколько всего. Слушай, давай обыщем. Опа, что-то музыка заиграла, потом перестала, потому что там, типа, должен был быть экшончик. Так, у меня немножечко сбивается. Я знаете, что хочу сделать? Сейчас я вот так сделаю. Надо немножко так... вот это что? Это shift же, да нет? Слушай, а вот здесь инвентарь, да? Здесь магазин, вот это, типа, настройки. Ну, пусть будет на O, на M будет карта, естественно. Надо все основные вот такие кнопочки расставить. Но на shift он и так ускоряется, я не знаю. Вот это что за кнопка, если я shift сюда поставлю? Мне кажется, это оно и есть, не? Это подпрыгивать, окей. Все, это, видите, это, оказывается, пробел должен быть здесь. Все, хорош. Все, отлично. Отлично. Вот так вот, ребят, мы просто с вами вместе поднастроились немножечко. Все, и мы теперь пам-пам-пам-пам. Только сенса большая. Давай чуть сенсу поменьше построим. Поставим. О, это стройка реально. Ха, нормально я сказанул. Так, давай чуть сенситивити мы прям уменьшим. Еще, наверное, даже на 20, что ли, вот так вот. Настроить тут еще видали, что есть. Тут еще такая полная настройка есть, прикольно. Слушай, ну кайф. Конечно, я вот сейчас играю первый верстак. Тумба с магнитофоном, допустим, да? Еще ящик какой-то есть, давай смотрим. В ящике. А, ну ящик это у нас просто, короче, где шмотки лежат, я понял. Все, окей. Окей. То есть это наш лагерь. Вот здесь у нас, скорее всего, есть какое-то задание. А мы можем тут пробежаться. Опа, блин. Ну, мышка, ну не затупливай. Надо куда-то, короче, поставить мышку. Металлоломчик. Куда-то надо так поставить мышку, чтобы она у меня не западала, знаете. О, перезарядились. Хорошо. Нифига яхта припаркована какого-то местного миллиардера, блин. Так, тут что? О, бруснички можно немножко скушать. Слушай, у меня есть топор, у меня есть бинты, да? А я еще, кстати, слоты не назначил, ребят. Слушай, грибов сейчас насобираем. О, древесинка. Ну, древесинку мы типа... мы ее просто подобрали на F-очку, да? Интересно. Вот, короче, смотрите, что надо сделать. По факту надо сейчас сделать вот так. Просто смотри.
А это что, почему патроны, типа? Подожди, вот это первый слот, это второй, вот это третий. А вот это какой? Ну давай, вот это будет первый, вот это второй, вот это третий, вот это четвертый. Вот это третий, вот это второй, вот это первый. Типа того, не? Просто зачем мне на единичку? На, странно, единичка, короче, как будто бы нафиг не нужна, да? А мы можем рубить, интересно? Кто там? Кто ар делает? Делает ар. Кто делает ар? А у меня патроны вообще... Слушай, а у меня же патроны, наверное, лимитированные, да? Я тут хожу, всех с пистолета убиваю. Обыскать. Ищет, кстати, не сразу, как в Таркове. В каком-нибудь... В Крякове, так сказать. Иногда и мышка начинает западать. Надо ее по-нормальному настроить, если честно. Это так все насквозь... О, вот здесь, видимо, можно камень добывать. Ну ладно. Погнали на задание. Но интересно, блин, было просто пробежаться, посмотреть вообще, что тут есть. Чу-чу-чу-чу. Смотри, вот уже какая-то руда, видимо. Древесинка. Чё, чтобы... А, для стрельбы, для атаки. Так, а кто? Ни хрена, чё здесь зомбей-то столько? Вы чё, офигели? Алёша, блин. Там что-то я мог обыскать. Опа, коробочка. Сейчас зомба пока... Зомбурики до меня дойдут. Ой, я кепку нашел, реально. Так, зомби. Пошли нахрен. Пошли. Ни хрена они меня хоцнули. Давай, иди отдыхай, мальчик мой. Опачки. Блин, я там кепку нашел, хотел примерить, гайс. Хочу кипарик-то примерить на нашего пацана. Эй, а где кипарик? В смысле? А вы же видели, что я кипарик доставал, да? А почему, а где он? А почему у меня в инвентаре нету моего кипаря? А я не понял. А я не понял. Где мой кипарик? Обыскать. Друзья, ты что обыскиваешь-то? А что происходит? Стой. Я же его обыскивал уже, да? А, надо на F? Блин, слушай, слушай! Знаешь что, я походу все эти ящики обыскивал, но на F-ку не нажимал и не забирал лут. То есть ты, короче, обыскиваешь, он тебе показывает лут, и ты, типа, должен на F его как бы подтвердить себе в инвентарь, поняли? Я, походу, весь то, что мы все ящики лутали, мы, походу, все провафлили с вами. А ну да, проверим, вот здесь давай-ка. А, нет, это вот маленький ящик, который как раз-таки... Я понял, сэр. Так, я немножко путаюсь. Блин, короче, в идеале, если нас... О, слушай, а на верстаке я могу что-то крафтить, да? Ага. Вот надо, видите, тоже вот когда сюда заходишь, надо вот сюда поставить какую-нибудь кнопку, типа Escape, допустим, чтобы можно было выходить из этого быстренько, типа, поняли? Так, на Escape нажал, все, нормально, погнали. Хорош, хорош. Слушай, а здесь какая-то вышка есть, могу на нее... Блин, офигеть. Я так удивляюсь, что можно залезть на вышку в игре, ну просто для меня мобильные игры иногда, особенно вот такого вот уровня. Ладно, короче, что мне надо сделать здесь? Ты зомбурий, блин. Давай, вот так вот мы его сейчас романсим. Все, давай. А, кепка, ребята, кепочку выбили. А, он сразу, нифига, он моднявый у меня. Ля, ты черт, ты позари на него. Это, короче, нормальный типок такой. Чисто типурик такой в кипарике, блин. Вот, патрон. Вот, видите, все. Теперь я понял, как это работает. Забрать награду. Квест выполнен. Заберите награду. Мне дали XP, ткань. А малышка идет в придачу. У тебя уже полный инвентарь, выложи лучше в ящик возле амбара. Ну, то есть, подожди, то есть мы здесь сейчас как бы не строимся, да? А мы... Я понял, что мы делаем. Пока у нас есть, короче, база, и мы от нее отыгрываем. То есть мы по... Не... Так, нам нужно, да, выложить вот это, выложить, в принципе. Что, грибы ты хочешь, чтобы я выложил? В смысле? Он мне сам, смотри, показывает, что мне, типа, не надо. Ну, может, мне ремонтный инструмент не надо, может... А Патрике... Бинты, древесина, ткань, шприц какой-то. Кто там шуршит, блин, я не помню. Кто шуршит, ай? Квест выполнен, забрать награду. А, да? Все, я выполнил квест. О, золотишко дали. Хорош, подойди к лесной полянке возле старого туннеля. Ну-ка. Ну что ты? Кейт. На каком она языке, блин, говорит? Давайте попробуем его поправить. Для этого нам нужна древесина. Вот я что выложил. Короче, видите, не надо было древесину выкладывать. Так и знав. Я так и знав. Ну, давай заберем, что какие.
Какие вопросы? Конечно. Я расцветаю. Знаете, песня такая? Или как там? Растекаюсь. В улыбке как дура. Так, давай. С топором ты... Блин, на русских языках. Хелпотенда? Я из древесины... Ой, в смысле, из древесины уже строить дом и крафтить различные материалы и инструменты можно. Ну, это понятно, братышка. Братышка, сестришка, это понятно, сестришка. Оп, плюс один, оп, плюс два. Нифига я там левел качнул, видели? Кто-то тупит, как будто, не? Они даже деревья подсвечивают, типа, какие деревья фармить, вы поняли? Вы поняли уровень вообще? Слушай, ну мобильные игры сейчас вообще удивляют. Просто невероятно, если честно. Оцените игру. Спасибо. Спасибо, не сегодня. Так, что дальше мне? Забрать награду? Yes. О, кирочку дали. Даже крафтить ничего не надо. Хорошо. Блин, еще там... Ой, акцент просто шикарен. Такие чисто... Чисто видно, чуваки как будто русские, блин, на английском разговаривают такие. Yes, I understand. О, я так и знал, что надо будет здесь щель заделывать. И что? В смысле, была дыра в стене, он такой, я поправлю. И тут еще большая дыра стала. Ага, понял. Понимаю, ребят, понимаю, понимаю. Отлично, дверь очень нужна здесь. А что? Что ты хочешь? Что он хочет от меня? А, построй стена, я вас услышу. Ребят, я вас услышу. Давайте так. Так, вот только надо... О, слушай, а я... Ну, прям типа две, да? Вот так прям, да? То есть, ну, прям посерьезки как бы двигаемся. А, что, окно куда он хочет, чтобы я окно сделал? А поздно, ребята, все. А как-то можно снести нахрен? Разрушить? Yes. Yes, все, да? Отлично, заберите наградку. Угу. Так, база 32 находится в глубине леса, поэтому чем ближе мы к базе, тем проще будет связаться. Доберитесь до леса. Я вас услышал, ребят, пойдем. О, дверку за собой закры. Алло. Дверь закрыл, ты! Или тут не надо, если я с улицы, может, не надо? Ну ладно. Зомби, не заходите ко мне, позже. Слушай, а здесь действие есть какое-то. О, это что такое? Он что-то запустил. Блин, я не могу даже читать одновременно с ней. Я хочу ее послушать, это гениально. Это портал, который ученые строили для того, чтобы попасть в мир Тегры. Ну ладно, что, тебе предстоит его достроить. А, ну то есть как бы поняли, да? Здесь есть свой смысл в... том, чтобы этот портал построить, чтобы спасти мир. Слушайте, ну на самом деле для мобильных игр это капец как интересно, мне кажется. Вот кто играет, допустим, там на планшетах, на телефонах, да или просто хочет поиграть, не знаю, в ту же самую мобилку с компа можно залипнуть. Это же вообще интересно. Прям вообще кайф. Мне кажется, с какого-нибудь айпада залип, вообще чисто с кайфом, блин. Так, ну чё, а куда мне надо вглубь леса? Он мне, кстати, что-то про инвентарь пишет. И вот здесь что-то про письмо про какое-то пишет. А, слышишь? Тут все это за... О, нифига, реаниматор есть. Слушай, а здесь интересно, есть ли онлайн? Потому что мне казалось, что это онлайн игра. Но я не уверен в этом. Слушай, здесь разные наградки те всякие. Прикольчики всякие. Всякие тут приколь... О, бесплатно. Ты дурак, что ли? Так, короче, мне там заставили, блин, смотреть поганую какую-то рекламу. О, о, мне новый топор какой-то дали, как будто бы, не? А ну-ка, слушай, ну у меня тут полный этот, полный бак. Полный бак, реально. Слушай, ну вообще, кстати, я бы, наверное, тогда пойдемте сначала выложим вещички. Как будто бы, думаю, я что надо... Слушай, а вот эта кибитка, это у нас сарай, где этот, да, я понял. Офигеть, он шифтует, конечно, просто жесть. Так, нам не нужен металлолом, как будто бы, мне кажется, но я не уверен. Грибочки, древесинка, все это мы сейчас подвыложим, наверное, да? О, еда какая-то есть, веревка есть.
Патрик есть, бинтик есть. Ну ладно, это пока оставим, потому что мало ли что найдем, да? Или что нам пригодится. Так, нам надо вглубь леса отправиться, только я пока не вижу, куда это надо отправиться. Где-то вы видите метку по заданию? Я что-то пока туплю и не вижу. О, нихрена себе, нихрена себе, вы что, рофлите? Я ваш рот. Охренеть, вы видите, какая здесь карта? Офигеть. Офигеть. Ну, она не супер большая, но, блин, ну, как будто тут много всего прям интересного. А нам куда надо-то? Я что-то не очень понимаю. Типа, он говорит, вглубь леса двигаться, да? А вот, доберитесь до леса. А как-то меточку-то можно поставить? Потому что не понимаю, как мне добраться до леса. Типа, вот здесь? Нет? Нет, здесь какая-то ямка, пещера. О, пачки. Подождите. Здесь есть что-то интересное. О, патрончики. Золотишко, шикарно. Так, вглубь леса. Где у нас вглубь леса? Давайте искать. Давайте искать. О, может, вот тут? Подожди, здесь есть вглубь леса? Нет. Может, вот тут? Эй. Это не глубь леса? Это тоже не глубь леса. Так. Слушай, ну как будто глубь леса вот там почему-то, по ощущениям. Но вроде бы нет, да, типа? Опа-на, тут что-то какая-то музычка. Вот это глубь леса, да? Нет? Слушай, а я здесь был, здесь тоже нет, здесь тоже тупик. Блин, доберитесь до леса, я тупой или что? Я не понимаю, где есть какая-то метка, какая-то стрелочка, может быть, некая? Какой-то некий указатель. Так, ну здесь мы Кайва. Тоже... Здесь, говорит, было тоже существо, что и в лагере. Слушай, я не понимаю, у меня глубь леса, но ассоциация одна, что надо вот идти вот куда-то вот в ту степь. Слушай, а может мне надо в портал, не? Не работает. Слушай, ну для меня глубь леса это вот туда. Как будто бы. Но почему-то... Куда я пройти не могу? У меня, видите, здесь закрыт шлагбаум. Доберитесь до леса. Ну что за бред? Я вообще не понимаю, походу, ни хрена. Здесь что у нас? Здесь же тоже не глубь леса. Не, может она здесь, типа, они считают глубь леса. Это, типа, вот ты чуть-чуть отошел, наверное, да? Просто обычно же было точка задания. А сейчас я этой точки не вижу. Желтенькая же была такая штука, да? Я же правильно помню? О, а тут О, туда мы не ходили, давай. Раз мы туда не ходили, туда нам надо. Вот, вот тут зомбурик есть. Братишка! Здоровки! О! С него что-то упало там, слушай. С него что-то патроны упали с него. То есть ему кто-то засадил патрончик, что ли? И мы его достали или что? Опачки. Музыка. Сейчас в бумбокс поставим. И там сейчас группа «Руки вверх» начинает играть. Слушай, хороший трек. Хороший трек. Вы же тоже, да, услышали этот хороший трек? Как и я, видимо. О, «Warning». Это уже сталкер какой-то пошел. Так, слушай. А, все, да? Это вот глубь леса, я правильно понимаю? Слушай, а тут можно подобывать что-то. Ну, давай, допустим, я сюда могу. Туда могу, не? Я никуда не могу. А куда мне надо тогда? Кто-нибудь мне расскажет? Кто подскажет? Где эта глубина лесная? Глубина, глубинушка. Слушай, ну я реально вообще не понимаю, куда они мне говорят идти. Доберись до леса. Ну что за шляпа? Сюжетные задания. База 32 в глубине леса. Поэтому чем ближе мы к базе, тем проще будет связаться. Слушай, вот, на карте есть лесная чаща, и туда можно телепортироваться, бежать. Слушай, ну давай сбегаем, может это туда, типа, вглубь леса, мне кажется, это так работает, нет? Я что-то вот решил так вот подумать, и как будто бы войти, ну-ка. Может, это все-таки правильное решение, не? Ну-ка, давай поглядим. Опа. Опа-ча, нам нужно вот на ту... Хорошо, я допер, как это сделать. О, тут уже олени, мистера олени. Слушай, ну здесь видишь, из-за того, что карта, типа, не бесшовная, поэтому приходится вот так телепортироваться. За энергию там, не за энергию. Слушай, а может нам оленинку привалить немножко аккуратно? Оленчик.
По жопе тебя аккуратненько, аккуратненько оформим. Не, брат, тебе не убежать от меня, я Флэш. Меня зовут Барри Аллен, и я самый быстрый... Да падре, бьет еще с задержки. Да куда ты сбегаешь-то, постой. Олененок. Ох ты, кто это? Кто это? Пес! Ты волчок, блин. Ты в поросятах знаешь толк, паскуда, блин. Ну, тварь, шкуру добыли, сырого мяса добыли. Нормально. Слушай, ну здесь-то можно прям изучать и изучать локейшн-то, кстати. Нормально, нормально, нормально. О, ребята стоят. Загораете, пацаны, и чё? Слушай, а чё, у меня патроны есть все равно? Давай, панч. Панч. Всё. Аккуратненько совершенно. Совершенно аккуратненько оформили, ребят. Опа, крышка. Сейчас велик все соберем, блин. И будем жестко педалировать на нем, походу, не? Слушай, мне кажется, здесь должны быть как будто бы рейды на базы других игроков. Но это не точно. Обыскиваем. Блин, я бы еще там пробежался, кстати, полутал бы. Люблю полутать вот в таких играх вообще жестко. Прям жестко, знаете? Вы не любите полутаться в играх жестко? Я вот люблю. Так, Кейт, база 32, ответьте, меня кто-нибудь слышит? Шум. Тупо шум, ребят. У нас произошел прорыв, база. База. Че там, все? Квест выполнен. Забрать награду. Слушай, ну да, на Патриков-то откинуло меня. Домик лесника находится в лесу. Туда нам и дорогу. Мне динамит хотят дать, либо корсар третий. Тут я вот не понял. Нам нужно узнать у местного лесника, может ли он связаться с базой. Ну давай узнаем, сейчас, малышка. Сейчас узнаем, малая. Сейчас, дай мне только время, крошка. Как говорится, и с лесником свяжусь. И... Ладно, не будем пошлить жестко. У нас тут все серьезно, ребят. Нифига, это что за зомбурики там стоят? Куда лесника? Зомби толстяк, нифига пуч. Алло, блин. Хэдшотик. Нифига у них тут древесинки, мы сейчас у лесника. Коня лесника сожрали, че, какой лесник, нафиг. Они его сожрали жестко. И хладнокровно, инфа 300. О, инвентарь по... Слушай, не, ну для бутылочки, как говорится, пенного. Мы всегда найдем место. А шоколадочку можно заточить, использовать? О, шоколадочкой разогнались. Бутылочек мы взяли себе аккуратненько, да, так вот. Пустая бутылка, металлолом. Лук! Ля! Не, ну слушай, ну на лук как будто тоже надо найти место. Бутылка, кассета. А вот это не, не застакается, не? Бинт в панель. О, панель. О, они застакались, смотри-ка. А Патрик, а как вообще нельзя застакать, типа, разделить? Просто, ну, хотелось бы их как-то как будто бы... Подожди, а почему их нельзя никуда? Ну, то есть, чтобы они стакнулись в один слот, нельзя это сделать как-то? Ладно. Лук. Стрелы. О май гаш. Что ты? Починка. А чё, ну он вроде полный. Какой слот, да, типа, его поставить? Да почему я его не могу, допустим... Убрать из слота панель. Слушай, а почему я просто не могу его перенести? Это что за бред вообще? Тупняк же, не? И как стрелять? Ага. Ага, о. Оп. Я зачем его зарядил? Он сейчас выстрелит в никуда. Опа-на. Подвальчик. Ну что, зомбурик, где ты? Я хочу засадить кому-нибудь плотно. Блин, что, некому плотно засадить стрелой, что ли? Зачем стрелу-то натянул? Паскуда, блин. Ладно. Хотел засадить просто всего лишь навсего, ребят. Еще пару бутылок. Бытовая химия, блин, не могу, прикинь, все слутать. Да, блин, ну мышка, ну не западай, я тебя прошу. Я иногда, поняли, кручу мышкой, а она не крутится. Офигеть, алоэ какое-то, блин. Слушай, как будто редкий ресурс, не? Алоэ, такого очень... Блин, ну что мы можем? Мы можем дерево дропнуть, в принципе, удалить.
Потому что, ну что, дерево мы всегда найдем же, правильно? Вот ткань, вот почему я не могу застакать ткань, я не понимаю, вот. Вот что надо с ней сделать, чтобы она, типа, застакалась? Как-то, ну почему нельзя, я не понимаю, разделить можно. Разделить. Все, и здесь одна единичка осталась, кайф. Осуждаю, что могу сказать, осудил, ребят. Жестко и хладнокровно. Ладно. Погнали. Наверх. О, легкий голд. Ты проголодался, маленький? А где? Ну давай, сейчас, подожди. Давайте его накормим. У нас тут вон суп. Из семи, так сказать. Залуп есть. Вы не голодны. А, то есть нам одного хватило. Я один супчик умял и все, да? Боже, что здесь произошло? На него напали какие-то вандалы. Или строительной техникой проехались. И где сам лесник? Я вам сказал, что его сожрали уже давным-давным. Говным-говно! Забрать награду. А группа «Каменный кулак». Группа, в смысле, музыкальная. Одна из групп отправилась исследовать влияние некоего кристалла в долине сквозняков. Арбалет дают. Охренеть, да я не успеваю все забирать. Как быстро они тут все дают мне. Так, подожди, долина сквозняков, то есть здесь мне уже, по сути, ничего не надо. Я, конечно, туда еще не бегал, не лутал. Но, окей, типа, подожди, долина сквозняков, это что? Это шахта. Долина сквозняков, лагерь выжившего. Лагерь выжившего, а что за долина сквозняков? Вот это? Вот она. Нам пока надо домой, реально. Добежать, сейчас мы добежим до дома, скинем все шмотки. И мне кажется, надо, ребята, пока на этом наше первое приключение закончить, как считаете? Так, ну что, я на базе, господа. У нас здесь... О, дверь, слушай, сама автоматически закрылась, очень удобно. Так, что мы можем застакать? А, застакать метальчик мы не можем, да? Алкоголь мы выкинем туда. Слушай, а что, а и все, да? И все, реально? Дружочки, ну это, конечно, тут можно эмблему поставить. Слушай, а я могу еще ящик скрафтить, не? Верстак, гвозди, простой ремкомплект, доски, избранная. Слушай, а я хочу, допустим, да блин, да пошел ты нахрен, козлина ты вонючка. Так, ящик могу скрафтить еще, не, себе? Слушай, ну это все по строительству, мебель. Слушай, ну я не могу, походу, ящик себе скрафтить, серьезно. А как же ж мне быть-то тогда? Опа-на. У нас есть кассета. Ну, нифига себе. То есть, если вам будет скучно, вы захотите послушать музыку в игре, вы можете это сделать. Шикарно. Слушай, я реально не могу, получается, построить сюда никакой ящик. То есть, мебели у меня вообще нету. А на это мне нужен, ну, как бы, это мне и не нужно сейчас в целом. Потому что это именно строительство дома. А в первом верстаке я что-то тоже не наблюдаю этого диска. Весла есть. Слушай, ну, как будто бы... Подожди, а здесь же был еще вот какая-то, да, кибитка, сарай, я не помню. И что-то... А, в нем не было верстака никакого. Это я как раз, наверное, с этим перепутал. Блин. Слушай, а куда мне тогда складировать мои ресурсы, интересно мне знать. То есть у меня, если в этот ящик, уже ничего не вмещается. Слушай, интересно, вот видите, у меня ничего не вмещается. То есть я застакал все, что могло застакаться, походу. А, ну вот можно ткань еще застакать. Вот. Единственное, наверное, что можно застакать. Больше тут вроде ничего нет. Ну, грибы. А это что у нас? Это камень или что это такое? Да, это камень. Ну, камень, кстати, можно было бы дропнуть, мне кажется. По ощущениям, что камень можно было бы дроп сделать. Потому что, ну, камни мы, если что, тоже как бы расфармим. А сюда скинуть что-то такое ценное и занимающее слоты. Я не знаю, даже можно было бы, возможно, часть патронов туда скинуть. Потому что они, видите, они стакаются как-то. Ага, то есть вот таким образом, да? 19 патриков я оставил у себя. То есть, ну да, в принципе, можно так и сделать.
Хотя, ну, патрики нам всегда нужны, но они, видите, много слотов занимают. Слушайте, ребята, ну, я бы пока, на самом деле, на этом закончил. Игруха очень интересная в плане попроходить, повыживать, допустим. Если вам интересны вот такие мобильные какие-то проекты, я вам советую ознакомиться. Да, тут, конечно, видите, частенько вылезает реклама, если забирать какие-то бонусы. Но, опять-таки, я думаю, это не сильно страшно, если вам забирать какое-нибудь золотишко и за него попокупать потом себе какие-нибудь интересные ресурсы. Лаз был на связи. Напишите в комментариях, как вам игра. Увидимся. До скорого. Люблю, целую. Пока-пока.